Это Live Gaming Crew, Sniper 3, Ghost Warrior. Мы сейчас с тобой посмотрим приколы, фейлы и угары из этой игрушки. Все невероятно, все, что только здесь может происходить, ты увидишь сейчас. А перед началом видео я попрошу тебя поставить лайк, подписаться на мой канал, прям как вот эти добрые люди. И ты тоже попадешь сюда. Всем спасибо! Начинаем! Походу нас догнали наши поклонники. Блин, мама, я люблю тебя. Кому выписать бесплатный флаер? Может, лайк поставить? Нет? Чё делать-то? Ты скажи. Я все сделаю. Дружище, выпиши ему бесплатный флаер. О, спасибо. Наконец-то можно начать. Итак, я хочу начать с того, что попали мы в этот мир не специально. Но если уж попали, давай развлекаться. Давай познакомим тебя с моим жилищем. Вот здесь у меня душ. Реально халявный душ. Мы о таком только можем мечтать, даже за воду платить не приходится. Здесь мы обедаем. Любимая моя еда — это кости. Потолок у меня сделан в таком европейском стиле, чуть-чуть подровненный, а-ля гастарбайтер стайл. Самое печальное, что мне предстоит спать с вот этим вот челом, потным, грязным и вонючим. Не люблю его. Ладно, поспим и завтра начнем охоту. Воу, первым, с кем я хочу тебя познакомить, это брат ждуна. Он все время чего-то ждал, но вот и дождался свинца в голову. А сейчас мы попробуем подойти все-таки к его братику, самому известному ждуну. Где-то он там снизу сидит. А, привет, чувак, ты меня видишь, нет? Оу, давайте изучим ждуна в его реальной среде обитания. Привет, кого ждешь, мужик? Блин, твой брат уже дождался, походу, и ты дождался. Ну ладно, пойдем дальше. Так, а у нас здесь два гомеостаза. Что-то там у друг друга проверяет. Эй, вы заднеприводные, можно я посмотрю на вас? Ух ты, что-то, походу, я их спугнул. А у нас здесь цирк приехал, три брата-акробата. Вот первый. О, второй, это средний был брат, третий дурак. А дуракам везет, как говорится. Ну, ляжете вы все равно все вместе. У вас там совместное выступление лежачих полицейских. О, смотри, там у мужика зуб выпал. Где? А, вот здесь, смотри. Лови, не за что, дорогой, это. Бля, как же посрать-то охота, как же посрать, где тут у них туалет? Мужик, что, занято, что ли? Да ты подожди, да я нормально спросить хотел. Сказал бы занято, да и все. Мужик, а случайно туалетной бумаги не найдется? Очень-очень приспичило. А вот, кстати, у нас толпа любопытных сусликов. А вот, кстати, первый суслик. А что здесь произошло? Что здесь произошло? Сейчас они будут вытягивать свои мордочки и показывать свои рожи. А вот, кстати, суслик номер два. Да кто там стучится? Дайте поработать уже. Че б такое у тебя занятие? А может, автомат взять? Где у нас суслик номер три? Что-то он подзадерживается. Ну? Вот он. А, похоже, нас обходит сзади бэшник. Вот суслик номер четыре. Так, а кто у нас здесь? Мужик, зачем у тебя-то шняга на башке? Вот это вот. Наверное, для крепления какой-нибудь увеличивающего зеркала, чтоб меня видеть вдалеке. Так. А ты, походу, был очки одеть, чтобы брызги в глаза не попадали, всякие пули. Тактически, вот эти вот. Эх, мог остаться жить. Так, а кто у нас там впереди? Там, по-моему, два заднеприводных было. Что-то общались друг с другом. Да-да, вон там. Поближе бы как-нибудь посмотреть на вас. Вот они вы. Ух ты, муха с говнищем. Мужик, я тебе помогу. Муха летит. Ну ладно, проехали.
Как ты смотришь, какой взгляд. Может, это успеет спасти? Мужик, муха с говном. Я собью ее. Почти попал. Извини, приятель. Промахнулся. Мужик, ты чё там, тёлок в бане рассматриваешь? Ай-яй-яй. Ладно, пойду я тоже посмотрю. А, вот и парк развлечений. Там, по-моему, можно на горке покататься. Мужик, почём на горке покататься? Чё, бесплатно, что ли? Ухо! Мужик, ухо береги! Ухо! Эпично улетело ухо. Мужики, почем на горке кататься? Чего вы толпой-то сразу же? Очередь! А, покатились, гады. Без очереди прям катится же. Может, ты хоть скажешь, чё почем? Мужик! Мужик! Он, по-моему, глухой. Че они там столпились, интересно? Может, это телевизионщики? Точно, давай передадим привет маме. Ой, не на ту кнопку нажал. Ну ладно, я хотел просто рацию включить, честно. Так, с этим репортажем мы закончили. Можно продолжать двигаться в другой райончик. Итак, про что теперь будем снимать репортаж? Про дикую природу, конечно. Ух ты, у нас тут два браконьерщика. А давайте спросим у них дорогу. Дядя, вы не знаете, как пройти к браконьерам. Я здесь! А нет, ты уже не здесь. И друг мой тоже уже не здесь. Полежите пока. Ух ты, мужик на балконе. Мужик, это, ты чё, куришь, что ли? Подкурить? Сейчас зажигалку пошлю. Лови, мужик. А можешь не благодарить. Отдохни пока. Эй, лысая башка, ты пирожка. О, операция третий глаз прошла удачно. А, мужик, наслаждайся трепанацией черепа. Давай закрепим наши результаты. Да я уже прям мастер в этом. Еще один третий глаз. О, а вот и двое друзей. Ну, надеюсь, они хотя бы окажутся в одном месте после смерти. О, смотри, мужик. Мужик, мы здесь выясняем, как дорогу найти до магазина. Нам бы это, водички купить, бонаква. Есть где-нибудь магазин? Внутри водка. Не, водка нам не нужна, мужик. Мы противники. О, у меня такое ощущение, что это никакой не магазин, а какая-то шиномонтажка. Вместе с автомойкой. Давай посмотрим поближе. Мужики, чё почём? Давай посмотрим еще поближе. Ну я так и знал, лежат себе, отдыхают. Да, походу тут не все рады, что мы пришли. Мужики, мы с добром. С автоматами, с пулеметами, с пулями. С добром, короче. Так, пора убираться из этой автомойки. Пацаны, мы свои. Мы здесь не работаем, честно. Мужики, чё ж вы так? Чё ж вы так с нами-то? Мы ж хорошие, я вон на Волжанке приехал. Вы чё, не любите российский автопром, что ли? Мужик, явно ты ездишь на Феррари. Или на Опеле. Бля, мужик, не стреляй! Хера себе, везунчик. О! Явно у тебя что-то плохо с чувством юмора. Мужики, может, добросите до дома, а волка что-то не заводится. Никак, на вертушечке бы меня в больничку.
В итоге все. Спасибо, что вы посмотрели это видео. Пожалуйста, поставьте лайк. Почему? Да потому что мне будет приятно. Подпишитесь на канал, у меня будет больше подписчиков, вы увидите больше крутых видосов. Нажмите на колокольчик, это круто. Смысл неизвестен, но это круто. Всем пока-пока.